хорошо готовить в ресторане, а не у себя дома, тем, что вот все эти украшения уже готовы. Да. Смотрите, какие шикарные розочки. Так и хороша кухня в ресторане, тем, что курица тоже уже сама готова. Нам осталось ее только добавить. Курицы не пожалели. Для одной порции. Вот он, венец нашего совместного творчества. Курица с гарниром. Конфетус. Приятного аппетита. Попробуем то, что приготовили сами. Ну, почти сами. Афетус, конечно же, приятно. Ну что, афетус или приятного аппетита? Морозова, конечно же, в Каппадокии не найдете, но здесь очень солнечно и очень много снега. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем. Но если вы все-таки замерзнете, вы всегда можете согреться или в дискобаре, или в настоящем турецком хамаме. Хамам очень древний, поэтому здесь вы можете найти все 33 удовольствия. Ну что ж, попарились, теперь можно и покататься. Надо сказать, что от Москвы до одной из самых высоких точек лететь 3 часа всего лишь. Снег здесь как пудра. Yes, powder snow. Да, и он очень мягкий и идеально подходит для горных лыж и для сноубордистов. Для сноубордистов отдельная трасса, как вы видите, для лыжников отдельная. А скоро можно будет, возможно, перемещаться здесь даже на вертолетах. Вот такой идеальный снег здесь в течение всего года, и зимой, и осенью, и весной, и летом. As you see, the powder snow, it gives you very good advantage. All kind of the all level skiers can use this region very easily. For the beginners, as you see, the paradise, very large area, and there is, as you see, 6 slopes for the beginners, 10 slopes for reds, higher skiers, and maybe mountaineering skiers, it's possible to climb the mountain. All kind of all level skiers, they can use that mountain, Erciyes Mountain, Kapadokya Mountain, so easily. Метров над уровнем моря. Из Москвы сюда летят всего лишь 3 часа. Здесь 12 подъемников и 50 раз.
2004 году был первый визит президента России в Турцию. У нас положительная сальдо торгового баланса за счет поставок нефти и газа. У нас сейчас самые лучшие отношения, как говорят в верхах, между Турцией и Россией. А 2007 год признан годом России в Турции. Солнце должно светить, звезды сверкать и блистать. Человек должен превращать мечту в реальность легко и без всяких усилий. Здесь идеальный снег. Компании.